Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами мистер Фокус М, и это вторая игра Бичи против ГМГ. ГМГ у нас уже выиграли первую игру, она была очень быстрой, 15 минут. Да, у Бичей что-то пошло не так, они хотели триплой унизить кэри команды ГМГ, а именно там был Дампир, но им это сделать не удалось. Со мной по-прежнему будут сакастить Старсик и Гогр, к которым я сейчас подключусь. Так, ну, привет. Это в смысле Клозис и Скрим. Здравствуй. Привет. Здравствуйте. Итак, я смотрю, Бичи успели взять Флакса. Выхватить один кусочек. Да, first pick. Взяли Флакса. Надеюсь, покажут нам вомбо-комбо. Да, GMG сразу вместо третьего бана ФП взяли инженера, чтобы с Флаксом не комбили так страшно. Угу. Да, потому что у нас забанили слона, Бальфагора, Баблс и Свифта. Кстати, могли бы взять паразита КМГ. Почему-то никто не хочет брать этого сильного лесника. Ну, я думаю, сейчас этих бичей все-таки будет Дементед. Шаман? Но... Мне кажется, Дементед забанит. Ну, если так рассуждать, что заходит, то тут хорошо заходит Флакс. Ой, Флакс, что я говорю, с Флаксом Кракен. Кракен, Флакс. Я, кстати, со Стасиком обсуждал то, что ФБ будет Флакс, потом они могут взять там какой-нибудь Магмуса, Кракена из саппортов, там какой-нибудь Тарта Гласиуса. Ну, Тарта уже забанили. Я просто сейчас смотрю на Глад... Ой, на Кракена, говорю, Флакс. Так. Ну просто и без инженера, у Е ультов всяких и скиллов таких хватает. Да. Железайра забанили. Так, Старта, Железайра, Дампира, Ревенанта у нас банят. Не понравился Дампир в исполнении Коинга команде Бичи. Вообще сейчас надо банить всех кэрри, что собственно и делает Апокалипсис. Он банит ТДЛ. Ну всех кэрри не перебанить. Ну да, сейчас какого-нибудь Маликена возьмут, его Коинг очень любит. Тут Солстис. Солстис также прекрасно заходит под их комбо. И вообще Солстис хороший лесник. Но паразит может испортить ему жизнь. Также Хага могла бы зайти. Хага? Куда, на харду ее ставить? Ну, мне кажется, уже Магмус харду. Флакс дабл мид с кем-то сейчас, с саппортом, наверное, и ситуация лейзи. Какой будет саппорт? А может даже флакс робот. Такое тоже практикуется. Пока ладно. Я так делал. Такие это все так увлечены этим пиком бичай. И пофиг, что пик от GMG, да? Главное, что бичи. Там инженер, все инженеры сказали. Остальные игры не важны. Ой, ну вообще, ну и это инженера пикнули. Как контру, и Перл пикнули как контру. Да. Не, вот Перл, кстати, мне нравится этот пик. Там сейчас Маликен. Идеально можно спасти. Но она просто. На лайн-фазе Перлу недостаточно сильная, да. Ну, если они доживут до мидгейма, ее ультимейты будут решать замес. Все-таки, мне кажется, должны бичи флаг со Соломида ставить. То силуэт против Мэдмана, может, не очень себя комфортно будет чувствовать. А, тем более, этого Мэдмана запулят. Конечно. Да, определенно. И тут, может, даже пул силуэт не сильно поможет. Лучше с Гласиусом, который просто какой-нибудь обратно лайне поставит, и Мэдман вообще ничего не сделает. Так. У нас призонер инженер дабл мид получается. Тоже это даблат требует высокого уровня координации, чтобы все это затаймить, и хук, и кегу. Но они вдвоем все равно флакса не должны убивать. Почему, если по тавер выхукать, то можно убить? Не надо под хук попадать. Хотя так легко говорить. У флакса еще такой закуп стандартный, то что у него со статов плюс 8 силы, он очень жирный, у него отталкивание замедло сильное, они его вообще никак не убьют. И даже с ультой призонера флакс сам его оттолкнет от себя и все. Тоже с ультой уже, скорее всего, будет. До шестого уровня нужно дожить. Так, Soul Stealer от команды GMG.
Это будет СС Сперлэ стоять против... против Магмуса. Ну, интереснее было бы все-таки, если бы вместо Силки СС был у Легиона. Под флакса хорошо заходит. Ну, вон там Эдмон пишет, СС возьмем на всякий случай. Так-то да, если уж комбо делать, то как без СС? Ладно, желаем бичам. А ты каверится? Да, как это? Постараться выиграть этот матч. Кстати, мне отправляют же много реплеев на топ-5, и аннилейшены с СС-ом очень это часто популярно встречаются, да. Поэтому надо пикси этого героя. Ну как надо. Чтобы аннилейшен был, чтобы красиво было. Читай подвис чуть-чуть. Так, у нас Силуэт сейчас идет на топ. А, они тут все хотят идти на топ. Вся команда бичей. У Флакса немножко нестандартный закуп. У него 3 перчатки на силу. Да, у него даже не 8 силы получилось, а 10. Угу. Стопов. Что-то бичи пошли на топ, сейчас на бот идут. Какой-то странный паровозик туда-сюда. Не говори. Ну, видимо, дефает. Так, Мэдмана запулили, как обычно, там, вартики мы дали. Бобры, как я понимаю. Так. 66 атака. Флакс. Они, может, поняли то, что СС там где-то за вышкой будет стоять, что там ловить. Тиром. Да. А тут, может, Мэдмана поймают. Ну, вот Гласуса дали Мэдмана. Входит. У Гласуса, кстати, антивард есть. Опа, видит Мэдмана. Что, будет антивард стоять? Нет, сейчас будет колба. О. Но Солстису не надо качать первый скилл, а то и такое бывает. Магмус сильно далеко был, так можно было бы даже качнуть первый и убить бы. Кстати, у нас Магмус Мажор с новой аватарочкой. Ты посмотри на него, да. Ну, у него эффекты классные, я играл. Эффекты клёвые. А так внешний вид так. Внешний вид похож немного на Флакса оригинального. Это этот скафандр, бля. Миксер, кстати, как обычно, со своим закупом, то, что щиток на лайне покупает. То, что два тотема запоясит. Сейчас дождется. Профит. Щиток есть. Так, Флакс хорошо вперед лучника отвел. Лайн запушится. Сейчас перла будут встречать Магнуса. И бить лица друг другу будут. Магнус на... Кстати, у нас Магнус с топором. Ух, толкнула его перла. Не знаю, что Магмус собирается тут фармить, там тем более СС стоит. Зачем он это дерево съел? Ай-яй-яй-яй. Ошибка. Ошибка. Выбор, которое дерево. Ну, на Т. Да, на Т1, на. А, да. Топе. Так, ну Силуэт хорошо контролит линию и крипов добивает. Лайн не пушит, как бы она и своих, и вражеских бьет. Флакс, в принципе, терпит, вот сейчас апнет левел свой. Да, Флакс 777 хп, в отличие от Гласиуса, который уже получал от Мэдмана, и у него закончились хилки. Там Силуэт поделится, наверное. Ну, это ошибка Гласиуса, надо было сразу здесь на лайне контервайт ставить против Мэдмана, и чтобы Силуэт контролировать, куда он где ходит. И там даже с первого уровня он с колбой его начинает за это бить. То, что он там где-то пробежал или просто увидел его. Я сейчас приблизил Мэдмана, такая гнусная вообще-то аватарка. Чупакабра. Чупакабра, да. Там автоатака приятная. Очень. И звуки соответствующие. Так, первая руна. Солстис ее заберет. Ну-ка. Ну почему я не угадываю? Так, на топе инвиз. Ой, иллюзия на флаксе. Флакс с иллюзиями может хорошо поконтролить крипов. Красиво. Призание случайно не выкупили. Вот, въезжает инженера. Бьет его, отходит. Доджит кегу, а он же его убить так может. Выхукивает призание Флакса. Доминатор очень себя хорошо чувствует на этом герое. Флакса же, кстати, да, не пулили в начале, да? Нет, он как не пулили. Так. Зачем его запулили? Нет, его не пулили. Смотри, 450 монет. У него что, только 3 дерева было? Да. Но он хилку точно не юзал. Типа,
Верит свою силу. Так, о, сейчас будет Мэд. Нет, думал, Мэдмана будет пытаться. Не, силуэт пока фармит. Не, вообще, они могут въехать? Итак. Ух ты, нифига. Анимация. Магнус. Растану. Да-да-да. Ну вообще, вот, сейчас Мэдмус сейчас может убить Гласуса. Да, нет, не стоит. Ну если сейчас ману полшин выпьет, то можно. У него будет на 2 скилла. И все, и опять такой гнидиус вообще. А вот тут хилочку дает. Вот это, конечно, Гласиус разочаровывает. Контервар так и не поставил. Теперь Мэдман вообще 4-й левел, делает, что хочет. И Гласиус на 2-м уровне еще качнул первый скилл, когда у него маны было там 100 с лишним. Сразу на 2 скилла не хватало, лучше право сразу взял. Так, на миде у Флакса проблемы. Сегодня Флакс живой. У него ни маны, ни хп нет. Он еще так наглеет. А он еще бегает и бьет хп. А вот на боте въехали в Мэдмана. В принципе, его могут убить. Да. Хороший лотос. Хорошо попал у нас. Дед Амарант. Как интересно, да? Все-таки выигрывал. Ну, как выигрывал по сравнению с Магнусом свой хардлайн. А, ФБ. А, ну тут Солстис вышел. Пока. Ну, все же с этим флагом особо преимущества никакого нет. Ни за одной, ни за другой команды. Он силуэт. Интересно играет, без тапка. Без тапка, да? А, нет, с тапком. Скрим ринг еще. Плюс еще обмен на туп везет. Что магнум все время станцию юзает. А мисс он только что призонер своей гири. Был с ДДМ. Вернее, все еще с ДДМ. Ну хотя он может еще раз отпиться и. Кошмар, вот сколько вот смотришь на Флакса, да? Ну, понимаешь, да, что у него это количество здоровья очень колоссальное, кстати, все равно удивляешься. Да, ой, на топе въехал Магнуса, я как-то немножко не уследил. Я что-то это перепутал. Смотри, а на боте в Мэдмана въезжает силка, она может дать тычку, еще тычку убивает. Мэдман тут открывался, а у Мэдмана же был первый скилл вроде, не? Че пока, брат? Да нет, когда, что думаешь, он байонет юз, что ли? Ну да. Всякое бывает. Нет, просто он как бы хилочку юзает, на это доли секунды уходит. Эти доли секунды вот решаются. Нет, конечно, надо присмотреть этот момент. Я может могу обманывать. Ой, как хорошо. СС фармит трипл стак. У СС, да? 440 ГП. Ну, силуэт тоже 420, то есть кэрри идут ровненько. У миксера 118. Ну, что, два раза умер, бывает. Ой, ловят Флакса у нас, проблема. Вот устанет Магмус призонера. И сам будет заезжать. Не-не, пока не хочет. У него уже очередной стан есть. Ой, задоджил. Хорошо, Магнус играет. Ой, застрял. А вот что-то Флакс пошел его спасать. Все. Магнус вышел. Солстилер, кстати, тоже у нас фармит линку, как и силуэт. Кто быстрее? Ой, у силуэта как-то мало хп. Тут хилочка летит, а нет хилочки. Сейчас Гласиус. Хочу пить. Так, а у Мэдмана нет маны на инвиз. Сейчас Солсис будет разгоняться. Разгон. Колба. Что-то Солсис не может ударить из-за крипов. Ну и тут силка. Блейды. Эх. Итак. Это сейчас можно зарешать. Стан. Это, кстати, можно зарешать. Так, Магнус пока живой. Нет. Расстанил. Убил. Так, ну тем временем. Солстилер снес Т1 на топе. Магнуса чуть не убил. И сейчас Коинг будет пушить второй тавр. Солстирил единственный кто? Он в соло забрал эту вышку. У него 100% демейджа по зданиям. Да, 500 ГПМ имеет. Хорошо все у Солстирила. Это он рецепт купил или уже готовый линк? Рецепт, конечно. Что-то я уж удивился. Не подскажешь, что-то на 8-й минуте это делает линки. Он там просто трипл стак еще забрал.
Кстати, нет, Мэдман не может убить. Мэдману бы ботл не помешал. Ну вот чего и следовало ожидать, то что Флакса 0 смертей и Призинера 0 киллов. Да. Инженер подобрал тут иллюзки. Если бы был даже, например, СС с Перлой на миде, было бы лучше против Флакса. А тот же Призинер с Инженером могли бы Магнуса ловить. Ну что там, под хук, если Кегля, и там второй скилл Призинера и уже на миде. Но зато у Солстилера 500 гп. Ну, это да, конечно. Не смог бы так нафармить. Ну, представляешь, как должно пройти все хорошо, чтобы поймать на, как сказать, но Магнуса. Это, но это сыгранность. Так-то Магнус... Так-то я вообще не знаю, как Магнус соло от СС умер там. Ой, выхукивает Флакса у нас. Лизанер, что Флакс будет выдавать? Нет, не ультует. Солстилер не попадает ультом. Но он хотел обойти, как бы оттолкнуть. Но станы помешали. Вот так вот. Задумка была хорошая. Реализация не удалась. СС и Смида могут 500 гп иметь, то что там вышку бы снес, там килл, например. Потом также стаки пошел бы фармить. Ну так он спокойно, то есть. Ну так тоже. Пошел в лес, забрал стаки. Ну хотя бы Флакса убили, не наконец на миде. Гласиус выходит. И ничего не делает. Так, что у нас? Лидирует Солстилер. Силуэт 400 держит. Гасарь долинки. Вроде как. Потихоньку Коксы, пушит свою линию. Ну, силуэт. Солстилера уже почти. Да. Сколько? 700? 700 осталось еще. Ой, инженер тут ставит свой ультимейт, но Солстилер с Гласусом его убьет. Да, тут колба и минус инженер. Ой, а какой... также убили у нас Флакса. Да. Там даже этот вард не понадобился. Разоблачающий страж. А он инвиз что ли подобрал? Да. Ну его все равно, как сказать, Коинг за... прокрылил, блин. Койлами? Нет, рукой. Гулборна, кстати, заметьте, по вардам 3 варда на карте стоит. У Гиона 2. Вот у них тоже 3 было, но Хуянг тут же на миде снял вард, который Солстис поставил. Там он против варда стоит. Да. Так, Солстис. Увидел, может. Выгоняться. Кстати, силуэт у нас решил себе фейзы купить. В принципе, правильно. Больше мобильности, больше дэмэджа. Больше шансов убить Мэдмена. Стакает Терлайн Шейм. Спешх. Да, для Солстилера все. Команда ГМГ играет на Солстилера. Mm-hmm. Или от Солстилера. Это должна быть интересная игра. Главное, чтобы силуэтки сейчас фарм дальше шел. Но ей бы линку, ПК и все. Можно убивать. Когда сейчас, если вот Гласиус застанил Мэдмена, то можно... убить этого Мэдмана. Как же плохо все у хардлайнеров. На то не хардлайнер. Правда, Мэдман тут 0-3-0. Бедный Магнус. Да что это он от койла что-то? Он просто подходит крипа добить там кого-то, или баллист, там два койла сразу на стане убегает, чтобы умереть. Блин, ну... К Магнусу должен был кто-то прийти, не знаю, кто-то со станом, чтобы он смог раскастовать ульту. Солстис пришел, но Магнус ушел. Сейчас Тауэр сносит у нас Солстилер, так делает ТП. О, сейчас, что сейчас. Ой, ульту, вот это была ошибка. Фир, нет, уже скастовывается ультимейт. Что это сейчас было? Силуэт, что ты делаешь? Сейчас еще убьет Солстиса. О боже. Я немножко не понял мова от силуэтки. Насмотрелся, тем временем Гласус нас убили на боте. Ну не знаю. А может быть силуэтка, когда ТП-шилась, ее там прохарасил Мэдмун как-нибудь? Хотя нет, он полный Мэдмун. Ну и СС все равно все хорошо, и сейчас еще трипл НЖ. То есть то, что он сейчас умер, это вообще ничего страшного. 570 ГПМ. Два килла сделал.
Да, фраг А что-то... Еще все аршанты ждут, наконец-то их стакнули. Вот смотрите, как бы Солти зашел на позицию, да? Мадмус сделал ТПшку. А почему Магнус не раскасовал ульту после этого стана? А потому что Soulstealer сразу же начал раскасовывать ульту, и Магнуса бы сбрило точно. То есть там он прям в середине стоял. Поэтому он решил отойти, попытаться выжить. А так сил это было. Да. Не, я думал, вообще какой-нибудь флакс там летит. Флаг. Или силуэт там. Ну точно не вообще они тут могли бы сохнет. даже и без Кош... силы должны Кош... убивать там просто Магнус там то что стан ульт там устают Солстис и Солстис еще разгон должен был взять независимости от одной стона потому что у них есть флаг с которым можно стан сбить с любой точки карты может когда было кстати Гоша ой, как тебе Магнус уехал да вот и все Гоша как тебе закуп Хуёнга очень плохой плохой закуп для очень плохо инженера. арнутая батарейка на мейн саппорте. Это много голды на ветер. Это неплохо. Неплохое решение. Силуэт у нас фармит трипл стаки. С илюшкой. Так, у Гласуса проблема. Опять он забирает руны и опять его убивает. Ну что это такое? Ой, Солстис скатал бы хорошую ульту. Он попадает по двоим, в принципе. Магнус дает стан по СС-у. И Магнус будет отъезжать. Вот эту ульту. Призонер. Призонер, кстати, у нас с портал кейм. Все? Никого не будут ловить. Но сейчас они этого флакса спокойно вынесут. Если он будет пытаться задефать. У Солсиса нету, а Магнуса нет. Так, минус Т1. Гриф можно было даже не прожимать. Мне кажется, бить южно из морали. Ну, вроде начинали это хорошо. Да, я тоже думал, сейчас хотя бы минут 40 будет как. Отыграются, а тут. ГМГ лидирует 6 а тысяч тут у СС уже миллион ГПМ. Так вот, мистер Хаус мне пишет очень нехорошие ВЛС. Потом увидите. Так. Вот, сделали дабл стак, забрали дабл стак эншантов. Просто 600 ГПМ СС. Хаус, наверное, пишет, почему меня тоже не взяли. Да нет, там пишет, то, что у свагов каточка не идет. Но он высказался очень в доброй форме. Так, силуэт на боте. Будет пушить, я надеюсь, свой тавер. Потому что если она запушит, то Линка быстрее нафармится. Если она еще сама залосхитит, там вообще немножко останется. Да. Значит, пока Бра будет ждать. Вообще он может дождаться и умереть. Была бы иллюзия, было бы полегче. Конечно. Римарио все стакает. А, Римарио. Вроде GMG 6000 голды выигрывает, но по GPM чарт так посмотришь, там все равно 3 пацана 100 ГПМ. Как и у Легиона. Просто у СС очень много фарма. Да, ну и призонер 370 ГПМ тоже немало. Ну да. Так-то. Просто парень выделяется 600 ГПМ. Все в сравнении, все. Сейчас на топе, может, СС ульта нет? А, не. Так, Солсис ультует, вот СС ультует. Минус пол ХП, как Солсису, так и флаксу, это даблкил. Сейчас Магнус может попробовать. Ту-ту-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру-ту-ру. Ну нафиг. Ой, на боте тем временем кого-то тоже убили. А. И подскажите, что, консиплю, да? Да. Как бы это печально не было, но консист. Да. Я думал, игры будут немножко поинтереснее. Ну что ж, поздравим команду GMG с победой. Просто очень уверенная, очень сильная победа. Вот, а бичи. Не знаю. Бичам надо что-то менять. Да, я тоже рассчитывал на что-то от бичей, то, что там Классиус сильно зафейлил на изилайне, хотя Магнум все равно убивали, недостаточно этого было. Получился сильно терпящий флакс Магнус, которых по 100 ГПМ. Коинг! Все. Коинг! Так. Ну ладно, на этом, пожалуй, все. Спасибо, спасибо вас. Спасибо вам. Спасибо всем. Да, спасибо, что со мной сокастили. Все, удачи. Давай, пока. Пока.
Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. И до скорых встреч. Пока.